Вышло ее, да? А, вы в эфире? Ага, вот так. Все, все, сейчас, 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 я поняла.
Бизнес – это движение. Бизнес – это движение. На длинную дистанцию. Когда репутацию заслуживают годами прошлого опыта. А постоянное развитие – основа на пути к будущему. Когда к успеху приводит команда, а заслуженная награда вдохновляет других и меняет страну. Мы с удовольствием поддерживаем этот конкурс. Я надеюсь, что предпринимателей у нас будет становиться все больше и больше. Предпринимательская инициатива, ее наличие – это вообще очень важное условие развития страны и роста экономики. Без такой инициативы, без движения здесь вперед, конечно же, высоких темпов роста российской экономики создавать новое будет очень сложно. Такого рода ивенты, они дают возможность, становятся, по сути, лифтом для того, чтобы пробиться в рынок. Поэтому рассчитываем на то, что это будет популяризироваться. Бизнес – это движение за границы привычного. Если цель дает энергию, расстояние не имеет значения. А каждый новый этап – это шаг к исполнению мечты. Топ лучших идей от амурских предпринимателей. Свои проекты представляют финалисты национальной премии «Бизнес-успех». Мы отдаем полный отчет по поводу того, насколько значимо развитие малого и среднего предпринимательства у нас в регионе. В Иркутске накануне вручили золотые домкраты, конечно же, символичные. Столица Восточной Сибири впервые приняла Всероссийский форум «Территория бизнеса, территория жизни». Всероссийский форум «Моногорода. Бизнес-успех» – крупнейшая площадка страны для развития муниципалитетов, имеющих статус моногорода. Национальную премию «Бизнес-успех» вручают уже 8-й год подряд. Предпринимательство, в том числе начиная с микробизнеса, это является приоритетом. Завершился 69-й Всероссийский форум «Территория бизнеса, территория жизни». Мы обсудим те конкретные предложения и варианты для изменений. А на региональном этапе национальной премии «Бизнес-успех» в Элисе глава республики в своем обращении к бизнес-обществу еще раз подчеркнул. Форум в Ростове стартовал Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса, территория успеха». Губернатор подчеркнул, что нужно развивать работу бизнеса. Развитие бизнеса является одним из главных приоритетов государственной политики в стране. В Новгороде здесь прошел Всероссийский форум. На региональном этапе национальной премии «Бизнес-успех» в Иванове присутствовали около 400 предпринимателей. После межрегионального этапа предпринимательской премии «Бизнес-успех» представили федеральный форум предпринимателей, который завершился накануне в курорте Светлогорск. Бизнес – это движение для объединения усилий. Мой проект, он остается моим таким любимым детищем. Бизнес-успех – это отличная премия, но вообще это даже уже не премия, это движение. Бизнес-успех – движение, которое поднимает экономику. Всем добрый день. Всем добрый день. Поставьте, пожалуйста, единички, кому видно, слышно. Не видно, ага. Так, вот так, вот так. Так.
Так, и видно, и слышно всем. И видно, и слышно всем сейчас, да? Здорово. Всем-всем добрый карантинный день. Как здесь уже пошел такой мем, да? Я рада вас приветствовать. Меня зовут Татьяна Демина. Я предприниматель, уже 20 лет в бизнесе. И я практик. И сегодня я проведу для вас вебинар «Идеальная команда». Все свои вопросы, пожалуйста, пишите в сообщение или в специальную закладку «Вопросы», чтобы они не терялись, потому что вы будете обмениваться своими сообщениями в чате. А вопросы выделяйте отдельно в колоночку «Вопросы». Сегодня у нас с вами достаточно ограниченное время, и поэтому буду говорить очень быстро, очень насыщенно. И я надеюсь, что у всех есть доступ к презентации. Поставьте, пожалуйста, двоечки, что все видят презентацию, потому что на ней будут важные вопросы, и я попрошу вас, быть может, фотографировать или делать скрины экрана. Так, я вижу, ага, спасибо. Вижу, что вам доступна презентация, здорово. Еще я единственное не понимаю, как мне ее полистать. Секунду. Стрелочка. Сейчас попробуем. У меня нету стрелочек. Ага, все. Все заработало. Итак, поехали. Давайте сначала знакомиться. Меня зовут, как я вам сказала, уже Татьяна Демина. Я являюсь собственником и владельцем компании, находящейся в городе Оренбурге. И самое главное, я практик. В том году я организовала свою онлайн-школу Upper Level Business, что обозначает повысить уровень своего бизнеса. И я считаю, что любой предприниматель, он должен вести свой бизнес крайне профессионально. И вообще я считаю профессию предпринимателя, как думаю, что многие из вас, это действительно профессия. И точно так же, как врач сначала учится, а потом уже имеет право лечить людей, точно так же, как и предприниматель должен учиться, и потом уже, в общем-то, заниматься своей деятельностью. Сегодня еще несколько слов о себе. С точки зрения практики понятно, у меня бизнес – это розничная сеть магазинов канцелярских товаров и товаров для офиса, просто чтобы понимали, что у меня есть опыт во всех областях. В моей компании сейчас трудится 104 человека, компании 20 лет – она занимается комплексными поставками товаров для офиса, мы имеем собственный интернет-магазин, у нас есть собственное производство сувенирной продукции, ну и большой сегмент корпоративного рынка мы занимаем. С точки зрения знаний моих, у меня базовое финансово-экономическое образование на базе нашего Оренбургского государственного университета. После этого я повышала свою квалификацию на базе Московского государственного университета в рамках аттестации профессионального члена совета директоров, являюсь аттестованным корпоративным директором. Также у меня есть подтвержденная степень MBA по специализации менеджмент. И также я еще и сертифицированный коуч с международной сертификацией ICF. Это все, что обо мне. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пишите, буду с радостью отвечать. Теперь давайте о команде. Я человек, который любит людей. Я считаю, что люди – это действительно бриллианты, и это наше с вами предпринимательское богатство. Все то богатство, которое действительно позволяет нам вести бизнес наш, вести его качественно и вести его эффективно. Но очень часто я встречаюсь с руководителями, которые, вы знаете, имеют такую установку «я лучше сам». Все, что я не поручу другим людям, все сделается как-то, извините, через... Немного неправильно, я бы сказала, если выразиться культурно. Лучше бы я это сделал сам, люди говорят. Кроме этого, даже если руководители берут в команду, и у них есть, когда организация чуть-чуть покрупнее, то есть, в общем-то, уже там руководители отделов, отделов продаж, финансовые директора или главные бухгалтера и так далее. Но когда я задаю такому руководителю даже вопрос, а этот человек твоя команда или нет? Очень часто я слышу вопрос, нет, они просто руководители. Я говорю, позволь, а скажи мне, пожалуйста, почему тогда ты работаешь, а они деньги получают? Почему? Потому что если для меня принципиальное понятие команды заключается в том, что человек, находящийся в моей команде,
или в команде руководителя – это человек, консолидированно и солидарно несущий ответственность наравне со мной. Вот этот человек, которого я называю командой. Поставьте, пожалуйста, троечки те, кто считает, что у него есть команда, и рядом напишите, сколько человек в вашей команде вы считаете. Троечки, у кого есть команда, и сколько человек в вашей команде. У кого-то один, кто-то сам. Напишите, пожалуйста, для тех, кто сам. 4 человека, спасибо. И поставьте, пожалуйста, нолики те, у кого нет команды. Да, спасибо вам за ваши ответы. Я вижу, что здесь присутствуют люди, те, которые, у которых уже есть команда, даже большие команды в составе 10 человек. В мою команду входит 13 топов, 13 управленцев. И сейчас я, организовав свою команду, внедрив в нее по систему управления, я фактически вышла из рутины, сама того не подразумевая, да? Так вот, я для начала расскажу вам управленческий базис. Почему? Потому что от этого мы будем с вами отталкиваться. И в дальнейшем по итогам по результатам этого вебинара мы должны будем понять, а что же нам конкретно нужно сделать, чтобы создать нашу команду. Поэтому немножко теории, да, для начала, потому что, как мы любим управленцы принимать решения на уровне интуиции, но когда это интуиция, то решение – это, знаете, такое гадание 50-50. Получилось, не получилось, да, получилось действуем так-то, не получилось действуем так-то. Когда это решение основано на интуиции плюс знания, то тогда выполняется наше любимое с вами правило Паретто, когда 20% усилий приносит 80% результата. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Даже не буду просить вас поставить единички или двоечки. Поэтому управленческий базис. Что это? Вы когда-нибудь пробовали усидеть на табуретке на двух стульях? Ну, я думаю, что даже если не пробовали, то чисто физически вы можете это представить и понять, что это крайне неустойчивая табуретка. Когда вы сидите на табуретке с тремя ногами, ой, что я сказала, табуретка из двух стульев, все, я уже просто много разговариваю, с двумя ножками. Когда вы сидите на табуретке из трех ног, когда есть три ножки, то что происходит? Табуретка, в принципе, устойчивая, но все равно с нее можно упасть. Когда эта табуретка на четырех ногах, соответственно, как бы вы уже более уверенно себя чувствуете. Когда эта табуретка на пяти ногах, с нее практически ее невозможно практически перевернуть, и, соответственно, вы сидите достаточно вообще как бы спокойно и жестко. Вот поэтому для начала я хочу вам рассказать об управленческом базисе. То есть в управленческий базис входят такие понятия, как планирование, контроль и мотивация. Вот эти понятия используют все российские руководители. Нас так учили, да, что сначала мы должны запланировать что-то, потом мы должны это проконтролировать или потом промотивировать, потом проконтролировать. У каждого по-разному получается. Но это табуретка на трех ножках. Соответственно, чтобы повысить ее устойчивость, нужно ввести дополнительные ножки. И эти ножки являются организации и координации. Это базис управленческий, которому учат в специализированных вузах, но очень здорово, и то, что у нас предприниматели не всегда заканчивают специализированные управленческие вузы, да, и поэтому, собственно говоря, не знают иногда базовых понятий. Я сама не знала, это был один из моих факапов, которыми я сегодня буду делиться с вами на протяжении вебинара, потому что, быть может, они где-то откликнутся вам. Так вот, я тоже строила свой бизнес на трех ножках, и поэтому периодически, внедряя какой-нибудь новомодный инструмент, у меня где-то начинало отсыпаться. И я не понимала, что происходит, почему же так, я вот такая умная, и почему-то тоже сыпется. Но когда я внедрила действительно базис управленческий, эти пять факторов у меня сыпаться перестало. Это стало надежным фундаментом для моего бизнеса. Поэтому сейчас мы с вами разберем, что же такое организация и координация. Вот функция организация – это как раз-таки история про команду. Почему я сегодня рассказываю в рамках этого вебинара? Потому что это история про полномочия и ответственность.
И очень часто даже руководители, имея даже свою команду, они не дают им полномочия и ответственность. Что это значит? Это значит, что руководитель не может нанять себе сотрудников самостоятельно. Самостоятельно, например, их уволить. Самостоятельно распределить фонд оплаты труда. Самостоятельно принять какие-то решения. Он должен всегда согласовывать это с собственником. Это значит, что вся ответственность все равно лежит на собственнике. И нам, как собственнику, и мне, я проходила этот этап также, очень тяжело отдавать эту ответственность, потому что очень часто мы берем кредиты, поручая всем своим имуществом, мы несем обязательства перед налогами в виде субсидиарной ответственности, которая сейчас прилетит именно нам, как собственникам, и так далее. И поэтому, естественно, такой страх никому не доверять, лучше я сам все перепроверю и, в общем-то, буду чувствовать себя спокойно защищенно. Но, с другой стороны, это является ограничивающим обстоятельством для роста и масштабирования бизнеса. Безусловно, если вы сейчас, как объект или субъект малого бизнеса, посмотрите на громадную корпорацию, представьте, если бы там просто президент или генеральный директор компании принимал бы все решения самостоятельно. Это было бы таким утопичной такой историей. И, конечно же, это одно из ограничений для вашего масштабирования. Так вот, сейчас из всего этого вы должны уяснить, что управленческий базис – это 5 функций: планирование, мотивация, контроль, организация и координация. Из этих 5 функций мы вернемся к ним в конце вебинара, и вы поймете, почему сейчас важно было понять и заострить это внимание. Едем дальше. Если мы сейчас проговорили с вами про полномочия и ответственность, и, безусловно, они четко связаны с формированием управленческой команды, то давайте разберемся в понятии команда и группа. Команда и группа имеют различия между собой. Вы должны четко это понимать, кто вам нужен, команда или группа. Команда – это люди, которые выполняют разные функции. То есть, например, один человек ответственный за финансы, другой человек ответственный за кадры, третий человек ответственный за продажи, четвертый человек ответственный за производство и так далее. То есть нету пересекающихся функций, и если одно звено из команды выпадает, то команда несет реальный ущерб, получает реальный ущерб. Если мы говорим про группу, то могу привести в пример вам отдел продаж. То есть это функции равноценные, которые выполняет каждый член группы. То есть, например, поступает звонок от клиента, и он попадает в отдел продаж. Менеджер, либо по CRM-ке, ну, как у кого какая система распределения идет, да, но условно он попадает к менеджеру, к любому, к персональному или нет. Дальше происходит заказ, приемка заказа, обработка, отгрузка на складе, доставка и так далее. И вот если один из этих менеджеров заболеет, то заказ, который придет в момент его болезни, перераспределится автоматически на другого менеджера. И рабочий процесс никак не пострадает. Вот это про группу. Здесь совершенно другие группы применяются большинство управленческих решений в виде регламентов, системы, да, и автоматизации бизнес-процессов. С точки зрения команды, когда каждый член команды является независимым, да, то есть как бы от него зависит общий успех команды, да. То есть финансовый директор ушел в отпуск, начинает почему-то застрадывать платежи, или финансовый директор до своего отпуска организует всю работу с банками, там, с финансовыми потоками и так далее и тому подобное. Потому что он понимает, что во время его отпуска, во время его отсутствия не будет замещения. Пишем вопросы. Кому понятно, что такое группа, что такое команда? И едем дальше. Когда мы разобрались с вами с базовыми понятиями по поводу... Так, у меня как-то листалось, а теперь не листается по какой-то причине. Сейчас. Так, вот так. Угу. Теперь давайте поймем, а какая же успешная команда для меня? Почему? Потому что я как коуч всегда говорю о том, что у каждого из нас свое понятие успеха и успешной команды. Я сейчас попрошу задать вас себе вопрос. А какая команда для меня идеальная?
Или, а как мы поймем, что наша команда идеальная? Или как мы поймем, что моя команда идеальная? Задайте себе вопрос этот и пишите в комментариях, как вы понимаете, какая команда для вас идеальная. Какие критерии будут идеальной команды? Потому что, как только мы создаем себе размытые какие-то такие понятия, что я не понимаю сам, какая команда, когда команда моя будет идеальная, то я, соответственно, и не имею возможности создать эту идеальную команду, потому что я понимаю, допустим, идеальная машина для меня – это, условно говоря, марка, там, допустим, Mercedes, это, допустим, купе, это, допустим, там, ну, допустим, там даже можно сказать, что там, допустим, GLE там, и так далее, да? Вот, и это как раз и есть критерий. То есть это для меня показатель хорошей машины с четкими критериями. Вот когда мы говорим про команду, это такой мягкий показатель, да, то есть мы не можем сказать, что идеальная для меня команда будет 4 человека. Как вы поняли, 4 это или 5? Как вы поняли, 6 это или 10? То есть как бы вы должны для себя сформировать, прежде чем понять, а вообще сегодняшний вебинар пройдет успешно или нет, вы должны сформировать критерии, как я пойму, что моя команда идеальная для меня. И у каждого из вас эти критерии будут абсолютно разные, потому что вы все разные люди, и, соответственно, который выполняет план или перевыполняет его. Нужно вам конкретизировать, да, то есть как бы каким образом, если вы сидите на работе все время 24/7, но при этом ваша команда перевыполняет план, это будет успешной командой, Анастасия, или нет? Никита, результат. Результат – это общее понятие вообще, в принципе. Результат. Все вышли на работу, отработали с 9 до 5 – это результат. Но будет ли он вас устраивать? Заметьте, когда вы будете формировать эти критерии, это на самом деле, несмотря на то, что это всего лишь один вопрос, это очень трудное задание. И я вас попрошу, так как у нас сегодня ограничено время, то я не могу вам дать 10-15 минут на то, чтобы вы описали эти критерии. Поэтому я попрошу вас для себя зафиксировать этот вопрос и поработать. И сейчас я отвечаю сразу на ваши сообщения, чтобы вам дать понимание, когда вы занимаетесь обобщением, делегированием. Моя идеальная команда, когда делегирование. Вообще ничего не понятно, Сергей. Смотрите, моя идеальная команда, допустим, приведу вам свои критерии, да, для примера. Моя идеальная команда – это когда каждый руководитель работает в своей зоне полномочий и несет свою ответственность, которая определена во внутреннем документе. Когда мы выполняем планы, установленные в рамках годового планирования, ну, там есть, конечно, конкретная сумма в разрезе, декомпозированная, вот, и когда у меня есть минимум 2 свободных дня в неделю дополнительно к выходным. Вот если моя команда работает так, то, значит, я считаю свою команду идеальной для меня. Для вас, для каждого будет свой критерий, нет универсальных критериев. Поэтому забирайте этот вопрос себе. Самоорганизованная группа специалистов, которая разделяет мои ценности, эффективно двигается к стратегическим целям предприятия. Хорошо, как поймете, что она эффективно двигается к стратегическим целям предприятия? Ну, я думаю, что из всего этого вам понятно, куда двигаться, как направляться, да, и, соответственно, едем дальше. Как же вообще подбирать такую команду? Скажите, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, презентация у нас стоит старая. А презентация у нас стоит старым, это очень плохо. Сейчас мы попробуем заменить презентацию, если это будет возможно. Если нет, то тогда будем действовать по этой презентации. Напишите мне, пожалуйста, какие тесты проходит ваша команда при поступлении на работе. При поступлении на работу. Как вы тестируете вообще свою команду?
У меня тут все почему-то подзависло. Я надеюсь, что у вас работает. Презентацию получить возможно. Пишите свои электронки. Соответственно, как бы будем записывать и присылать вам презентацию. А еще у нас... Скажите, кто получил документы, которые я попросила выслать для проведения сегодняшнего вебинара? Сейчас я подвешу вам, прям секундочку, давайте. Я подвешу вам документы, которые нужно будет себе скачать, да? Собеседование плюс тест по направлению. Подскажите, пожалуйста, какой тест? Это профессиональный какой-то тест? Смотрите, когда мы подбираем команду, мы говорим о том, что команда должна быть у нас по... Секунду, сейчас я вам повешу ссылочку. Сейчас копировать. И... Ага, вот нам повесили ссылочку. По этой ссылочке вы можете пройти и взять там документ.
Так, вроде бы все нормализовалось, мне показывает. Да? Все, вроде бы вот самое, все нормально. Сижу спокойно. Все, вот так видно. И слышно. Все, едем дальше. О, мамочка дорогая. Да. Это не вирус. На Apple не бывает вирусов, поэтому как бы давайте едем дальше. На чем остановились? Напишите, что код Адизиса слышно было, видно? Или уже не слышно, не видно. Быстренько давай отдайте мне, пожалуйста, обратную связь. Итак, рассказываю про тест Адизиса. Если скачали все документы, то там у вас есть такой тест по Е. В презентации у вас сейчас видно код Адизиса по Е. Соответственно, вы проходите его, вы можете пройти его как на сайте Адизиса, это бесплатно, так и в бумажном носителе, который вам был предложен. Соответственно, заполняйте, пожалуйста, этот тест правильно и определяйте свою формулу. Каким образом определить формулу? У вас есть 4 циферки. У вас есть 4 циферки. 1, 2, 3, 4. И весь тест разбит на блоки по 4 качества. Например, там есть такое качество, как вовлеченный, сомневающийся и так далее. Вот это такой маленький блок у вас. Соответственно, в этом блоке вы должны выбрать одно качество, которое максимально вам соответствует, и присвоить ему 4. Менее соответствует 3, еще менее соответствует 2, еще менее соответствует 1. И, соответственно, в каждой группе, там они разбиты, их все ясно и понятно, там, вы должны присвоить таким образом циферки. Соответственно, после того, как вы присвоите все циферки всем блокам, просчитайте, пожалуйста, вот в каждом блоке есть качество номер 1. Суммируйте те баллы, которые вы присвоили ему. И внизу теста там написано, на буковку П и в скобочках 1. Сколько у вас получилось общая сумма баллов, поставьте в буковку П. Следующее в буковку А, следующее в буковку Е. И следующую буковку I. Я думаю, вы разберетесь, тест достаточно простой. В конце вебинара я дам свои контакты. Если у кого-то что-то не получится, пожалуйста, напишите, я с радостью вам помогу, потому что я хочу, чтобы этот вебинар пошел максимально эффективно, несмотря на то, что у нас тут какие-то технические поломки происходили. Соответственно, сфотографируйте, пожалуйста, этот слайд, и презентацию я тоже пришлю, как бы вам, как определить, какой же код. Адизис говорит нам о том, что у каждого человека с рождения есть некое преимущество по качествам. Например, мы не говорим это о психотипах, да, но в принципе, классификация достаточно сходная. Вообще, вы знаете, есть очень-очень много разных тестов, поэтому я вас спросила про тесты, да, есть и диск-тест и так далее. И если посмотреть на них всех в совокупности, то можно найти очень много сходных параметров. Я пользуюсь тестом Адизиса, он мне нравится. Дальше я вам расскажу сейчас, что обозначает
сказать каждую буковку, но для начала давайте закончим с формулой. Если в той циферке, которую вы присвоили буковке П, у вас получилась сумма меньше 20 баллов, ставите вместо этой буковки в своей формуле прочерк. Если у вас получилась циферка от 20 до 30, ставите маленькую буковку. Если больше 30, ставите заглавную букву. Например, вы получили такой результат. П, допустим, там 20, А, допустим, там 40, Е. Ну, понятно, что у вас цифры будут не совсем круглые, но чтобы вам было понятно, понятен пример, допустим, да? Е, допустим, 60, и I, допустим, 0. Вот таким образом получилось у вас. То тогда P, 20, у вас будет маленькая буковка, A, 40, будет большая буковка, E, 60, будет большая буковка, и I, будет 0, будет прочерк. И у вас тогда получится вот таким образом формула записанная. Вот таким образом формула записана. И, соответственно, как бы, вот для примера моя формула, она выглядит вот так. Большое P, маленькое A, большое E и большое I. На самом деле, Одизис говорит о том, что руководителем, ну, так скажем, гениальным руководителем может стать тот, у кого три большие буковки присутствуют в его формуле. Почему? Потому что это говорит о неком балансе в человеке, и, соответственно, руководитель может принимать оптимальные решения. Тогда. Что же обозначают вообще эти буковки? Обратите, пожалуйста, внимание на буковку, на слайд. Означает буковка П. Буковка П обозначает, если у вас большая буковка П, если у вас там много-много цифр, соответственно, буковка П обозначает, что вы бог результата. Вот для вас результат вашей жизни – это просто ваше все. Вы мотивируетесь только, когда вы понимаете конкретный результат. Вам нужно продать на 100 миллионов. Ок. Мне все ясно, понятно, меня это мотивирует, да. Если у вас результат будет размытый, то есть непонятно, как бы, ну, надо продать, чем больше, тем лучше. Такого человека с большой буквы П это не будет мотивировать. Для производителя результата важно четкое понимание, к чему мы стремимся. Важно четкое понимание, какой результат в конечном итоге нужно получить. Те, у кого большая П, они, знаете, они не любят психологов, потому что непонятно, какой результат они приносят, да. Они все вот те результаты, которые там выражены в мягких таких показателях, ну, например, ну, этот человек будет больше улыбаться. Слушай, как я пойму, он больше улыбается или меньше улыбается, говорят те люди, у которых большая П. Если вы говорите, ну, напиши, пожалуйста, регламенты. И этот человек не понимает, для чего нужны вообще эти регламенты, как они помогут ему создать результат. Он просто, скорее всего, забьет на это и не будет писать регламенты никакие, потому что он не будет видеть результат. Но если он поймет, что да, если я напишу эти регламенты, мои менеджеры будут работать как часики, как часовой механизм, и у меня от этого получится больше заказов, и я тем самым приду быстрее к своим 100 миллионам, он, безусловно, будет рыть носом землю для того, чтобы написать эти регламенты и прийти к этому результату. П – это боги результата. Едем дальше. Буковка А. Буковка А. Ну что ж такое, не переключается у меня опять по какой-то причине. Буковка А – это боги бюрократии, боги, знаете, как бы это ласково сказать, боги бумажек, боги системы, да, то есть как бы боги организации, то есть это такие очень системные люди, у которых всегда все по полочкам, у которых все процессы прописаны, расписаны, которые, прежде чем что-то сделать, он скажет, хорошо, давай посмотрим,
А как это будет выглядеть в процессе? Это люди, боги процессов. Для них не важен результат. Например, с большой буквы «А» хорошо, когда встречается у бухгалтеров. Почему? Потому что тогда вы точно понимаете, что этот бухгалтер будет качественно обслуживать вас и качественно вас, ну, так скажем, вести вашу бухгалтерию. Но при этом, когда менеджер будет прибегать к нему и говорить о том, что «давай, давай, давай, вот это вот, пожалуйста, сделай мне этот документ, потому что мне нужно отгрузить товар, потому что это деньги», бухгалтер говорит: «подожди, у меня положено 3 дня на согласование твоей служебной записки». И вот менеджеры по продаже – это люди, у которых большая «П», обычно бывает так. Вот. И, соответственно, они не понимают вообще, как это «Эй, ты что делаешь? Ты же продажи мои рушишь», – говорит как «П», «Эй», да? И они начинают конфликтовать в каком-то моменте. Но если у «Эй» есть еще какая-нибудь большая буковка, очень часто еще бывает буковка «П», например, большая у «Эй», тогда люди находят между собой взаимопонимание, и тогда команда начинает работать синхронно. На самом деле очень мало людей, у которых одна маленькая буковка. Я встречала таких всего лишь, ну вот в моей компании таких работает, наверное, человека 3 из 100, когда действительно все буковки маленькие или одна маленькая буква, очень часто буква как минимум 2 больших. И понятно, что я вам сейчас рассказываю про, вы должны понимать, что я рассказываю вам про экстремум проявления этой буквы, да, и в любом случае будут какие-то отклонения идти, и в любом случае будет симбиоз букв, да, как, например, я показала вам свою формулу, когда у меня большая и П, и Е, и Ай. Поэтому буква Эй — это боги системы, боги информации и боги администрирования. Едем дальше. Буква Е. Е – это наша с вами предпринимательская буква. Е – это предприниматель. Е – это генератор идей. Е – это человек, который ходит и бесконечно генерит идеи. Обычное, самое главное достоинство Е – то, что он может придумать, как выйти из любой ситуации, как продать даже непродаваемое. И очень часто я вижу в предпринимательском сообществе, когда предприниматель, знаете, такой: «О, слушай, я придумал акцию, бежим туда!» Пока люди побежали, пока они развернулись, он уже говорит: «Слушай, нет-нет-нет-нет, слушай, я еще придумал, давай вот туда побежим, а вот здесь вот еще вот это сделать, а вот там вот так». И из него, знаете, такой поток сыпется, поток сыпется всех идей и так далее. И очень часто люди, находящиеся в команде такого истинного Е, жалуются на то, что «да мы уже не знаем, куда бежать, потому что через 5 минут будет другая вводная». И это действительно как достоинство, так и недостаток Е. Почему? Потому что если Е научит в каком-то моменте останавливаться, да, и отдавать своей команде идею, которую он уже сгенерил на исполнение, то это будет самое классное Е, потому что тогда это будет история про результат, безусловно. И как вы видите на слайде, я сознательно не говорю вам то, что написано на слайде, потому что вы это прочитаете без меня. Да, я вам рассказываю то, что не написано на слайде. Соответственно, Е – это генераторы идей. И когда у предпринимателя формула, допустим, большое П и большое Е, это значит, что он сгенерирует ту самую идею, как сделать этот бизнес. И самое главное еще, что он поймет, какого результата нужно достичь в этом, да, потому что очень часто предприниматели, с которыми я работаю, там, как бизнес-наставник, я говорю: какая у тебя цель бизнеса? И 90% мне не может точно ответить, какая у него цель в бизнесе. А это значит, есть такое утверждение, одно из моих любимых: если ты точно не знаешь, куда идешь, то ты можешь зайти в тупик. И когда у предпринимателя нет цели, конкретной, четкой, по смарту, то это значит, что предприниматель может зайти в тупик. Я не говорю, что это обязательно будет, я говорю, что может зайти в тупик. Но это часто бывает. Поэтому предприниматели, генераторы идей, принимайте свои достоинства, недостатки, едем дальше. Буква «Ай». Буква «Ай» – это буква про людей, это буква про интегратора. Это про таких людей говорят, знаете, он может организовать всех, потому что этот человек знает про каждого другого человека все, что ему нужно знать. Например, этого, чтобы он выполнил мою, так скажем, встал в мою команду, и мне нужно гладить по головке.
а этого мне нужно ругать постоянно, а этого мне нужно одергивать, а этому нужно идти на уступки. И вот когда у вас большая Ай, вы можете между людьми абсолютно классно интегрироваться, абсолютно классно находить вот эту гибкость руководителя, про которую все говорят. Когда у вас Ай маленькая, или тем более она отсутствует, такие люди рассуждают так: так, мне вообще не важно, что ты там говоришь, я тебе вообще не вижу в себе человека, иди и делай, я сказал. Вот это люди так рассуждают, у которых маленькая Ай или вообще отсутствует Ай, да? Вот те, у кого большая Ай, это обычно компании, которые стремятся стать бирюзовыми компаниями. Это те компании, в которых действительно есть ценности компании. Это те компании, где, так же, как и я, считают, что люди – это бриллианты, относятся к ним прежде всего как к людям. На самом деле компании маленькие могут выжить только тогда, когда они видят в человеке человека. Потому что как только на что может променять вообще работник или тем более член команды нашей управленческой нашу компанию? Ну, на какую-нибудь, допустим, федеральную, для тех, кто из регионов, как бы я вижу, что здесь достаточно большое количество из регионов, на какую-нибудь федеральную. Но в федеральных компаниях самый большой минус является в том, что они, ну, просто становятся винтиками в системе. И очень часто в федеральных компаниях, несмотря на всю их социальную активность, людей перестают видеть как людей. А вот в маленьких компаниях это огромное достоинство, когда вы можете как руководитель знать их по имени и знать, ну так скажем, всех проблемы и всех абсолютно любить и уважать. Так вот, когда вы определили свою формулу и формулу своей команды, давайте еще вернемся на шаг назад, потому что забыла вам совершенно сказать. Смотрите, у вас был документ-тест и был документ обобщение по команде. И помните, я вам говорила про детальное и глобальное мышление? Вот детальное – это про тест. То есть вы должны оттестировать всех членов своей команды. Вот у вас 3, 5, 10 человек, да? Всех их тестируете и получаете формулу каждого. И тогда вы понимаете, насколько, какие у вас люди. Чтобы посмотреть в глобальном выражении, вы заполняете ту табличку, которую я вам тоже приложила, когда вы понимаете общее свое видение по всей команде. Бывает так, что команда подобрана практически из одинаковых формул. Что это значит? Это значит, что у вас одинаковые люди. И еще хуже, если формула в команде одинаковая с вами. Почему? Потому что очень часто бывает так, что руководители, знаете, подбирают команду таких же, как и я. Главное, чтобы человек мне нравился, говорят такие руководители. И тогда я наблюдаю при тестировании абсолютно одинаковые формулы везде. Что это значит? Это значит, что ваши сильные стороны усилились, но и слабые тоже увеличились в размерах. Если, например, для меня, у меня маленькая L, это значит, что для меня достаточно сложно даются мне различные бюрократические проволочки. То есть написать документ, когда мне говорят, там, пришлите ваш регламент там, или положение, для меня это прям вот аж нож по сердцу, я прям не могу, очень трудно с этим справляюсь. Вот. Поэтому, соответственно, как бы, если я наберу точно таких же, как я, но у меня большое Е, я генерирую идеи, я постоянно в движении, я говорю, давайте достигать результата, я между собой людей аккумулирую, да? И если, представляете, такие же все, как я, в моей команде, то это можно сойти с ума просто-напросто, потому что делаться, двигаться ничего не будет. Поэтому в моей команде, например, подобрано еще один человек с большой буквой Е и остальные 9 человек с большими буквами П и А. Почему? Потому что у меня достаточно сильная буква Е у самой, и, соответственно, я генерю идей столько, что нам хватает для того, чтобы 9 человек П и А эти идеи реализовывали и доводили до результата. Например, запускаем большую акцию, и мы, конечно, хотим получить результат этой акции. И вот чтобы это было все правильно, я придумала акцию, придумала ее механику, рассказала, отдала. Все, на этом моя функция закончилась. Моя команда взяла ее, они посмотрели, а что надо сделать маркетологам, какие рассылки, какие каналы коммуникации, кто целевая аудитория. Они все-все-все это расписали, раскидали. Какие листовки отдали в типографию, все, все. Дальше это разошлось по системе принятия решения. Так вот, как только вы поняли, кто же в вашей команде, примите, пожалуйста, управленческое решение.
кого вам нужно поменять или кого-то добавить нужно. И избавьтесь уже от этого комплекса, когда мы подбираем таких же, как и я. У вас должны быть команда подобранная в противоположность вам, чтобы они вас дополняли. Это ключевая история. Мы сейчас смотрим, как бы, вот с точки зрения Одиссея, они должны дополнять ваши буквы, которые у вас либо находятся в маленьком выражении, либо вообще находятся, если в прочерке, да? Соответственно, когда вы посмотрели структуру команды, мы должны понять, очень часто команда успешная зависит от того, насколько настроены коммуникации и взаимодействие внутри команды, насколько коммуникации и взаимодействие внутри команды происходят качественно. А сейчас меня слышно? Я вообще кому рассказываю? О, Господи, слава Богу. Я, видимо, когда на презентацию переключаюсь, все вот эти вот штуки происходят. Все, спасибо большое, едем дальше. Итак, когда вы уже поняли структуру своей команды, вы должны понять, а как тот или иной член команды вообще в принципе взаимодействовать с вами, да, потому что иногда мы бессознательно, ставим такое задание, которое человек будет исполнять плохо. И потом мы начинаем ругать этого человека, что, слушай, ты исполнил вот это плохо, но неужели, вот я же могу, очень часто руководители говорят, а почему ты так не можешь, да, и на этом основании они делают вывод, слушай, ну ты плохой, как бы, да, то есть, ну так не очень правильно. Я за то, чтобы находить консенсус в команде, но помогает мне находить этот консенсус именно понимание, а как та или иная буква вообще, в принципе, взаимодействует, да? Давайте посмотрим. Вот фокус внимания, у нас есть такое понятие, на слайде у вас представлено, да, сейчас. Фокус внимания. На результате у нас фокус внимания у буковки «П» и у буковки «Е». Если у вас в формуле большая «П» или большая «Е», это значит, что ваш фокус внимания будет на результат. С точки зрения процесса будет фокус внимания на «ОА» и «Ай». Помните, я вам говорила про «Эй», что «Эй», они будут такие, «Я должен выполнить все по графику, мои бумаги должны быть все в соответствии, да?» То есть, как бы, их мало волнует результат. И это нормально абсолютно. Вы должны это учитывать, когда вы принимаете управленческое решение. «Ай» тоже. «Подожди, сейчас этот человек поплачет, у него вот там случился, давай подождем», говорит «Ай». И это тоже немножко не про результат история. И это про разный фокус внимания. Поэтому, когда вы ставите «Эй», вы должны понимать, что там будет про процесс истории, и ваш результат вообще там никого в принципе не волнует, да? Вот, и про «Ай» то же самое. Дальше. Темп. Темп быстрый, темп медленный. Соответственно, темп быстрый у «П» и «Е», а медленный у «А» и «Ай». Все это обусловлено тем же самым фокусом внимания, и, соответственно, «П» и «Е», они будут такие быстрее-быстрее на драйве, да, эмоциональные такие, вот, а «Ай» и «Эй» будут достаточно медленные. Перспектива. Локальная и глобальная. Глобальная перспектива у «Е» и «Ай». Они видят далеко. Помните, у «Е» там была способность видеть сквозь туман. То есть «Е» видит на 5 лет вперед, на 10 лет вперед и так далее. А у «П» и «Ай» локальная перспектива. Поэтому очень хорошо, когда они внутри команды все выстраивают, все процессики, все прописывают и достигают результата. С точки зрения подхода, структурный у «П» и «Ай», соответственно, хаотичный у «Е» и «Ай». Дальше едем. Следующее понятие, как говорят, как ведут себя в конфликте. Соответственно, «П» диктует и давит. То есть они говорят, так, ну разве ты не понимаешь вообще? Вот мы там 10 рублей прибыли не добрали. Ну-ка, давай, поднажми. Вот так разговаривают «П». «Ай» они сразу замолкают и прячутся. «Я не буду с тобой разговаривать, потому что у меня в регламенте написано 3 дня», говорят «Ай», «Эй». «Е» говорят, «Да что такое?» То есть «Е» на самом деле одним из таким
ну, может быть, плохих качеств, да, таких качеств, которые будут такие деструктивные, то, что Е, он нападает и оскорбляет, да, то есть, о, давай-давай, быстрее, ты чего не понял, я руководитель и так далее, как бы, да. А Ай соглашается и подчиняется, он говорит, да-да-да, да, сейчас все сделаю, Владимир Михайлович, не шуршите, не пылите, мы сейчас все сделаем, говорит Ай. Дальше. Кто как говорит да и нет? Очень часто люди говорят вам да или нет, но разные типы делают это по-разному. Вот в этой табличке, которая сейчас представлена на слайде, у вас вы видите, что если П про результат, да, то они говорят да, говорят нет. Если вы говорите, задаете вопрос A, то да, это будет да, а когда A говорит вам, я не могу тебе выписать справку раньше, чем через 3 дня. И он вам не говорит «нет», он вам говорит «может быть», да? И дальше, допустим, если там нарвалась на «п», он говорит «ну слушай, ну давай за шоколадку, ну давай я там потом тебя до дома довезу, ну еще что-то», да? Потому что у «эй» вот это вот «нет», оно очень часто бывает «может быть». «Е», когда он говорит вам «да», это обозначает «может быть». Почему? Потому что если у «е» возникли, например, более приоритетные важные дела, то Е может спокойно передумать и не сказать вам «да». Он сказал, блин, да, может быть. Да, то есть, когда Е говорит «нет», это точно значит «нет». Ай, они всегда такие сомневающиеся, они никогда не отвечают «да» и «нет». Точно, они всегда исходят из «может быть». И заканчивая с формулой Адидиса, как же, вопрос такой, да, ну вот получился у меня прочерк, то есть как же добиться там какое-то как усиление этой буковки, да. Соответственно, ПА тренируется, Е и Ай проявляется через создание условий. Что это обозначает? Тренируется и отрабатывается. Когда вы пишете инструкции, когда вы, ну, знаете, это как у спортсменов, тренируется и отрабатывается. То есть, допустим, если я не системный человек, а мы внедрили Битрикс, и мне нужно все задачи выставить через Битрикс, да, я тренируюсь, я говорю себе, так, я с утра каждый день захожу в Битрикс и проверяю задачи, да, я натренировываю себя, да, вырабатываю такой, знаете, как у собаки Павлова инстинкт. Е и Ай – это про творчество, это про людей, и проявляется он через создание условий. Если вы, почему Google создает, например, вот такие условия в своем офисе, да, потому что это как раз-таки условия для творчества, для проявления, для генерации идей, да, это условия для того, чтобы люди как-то замечали друг друга. Это про тренинги, это про коучинг для кого, кому нужно натренировать Е и Ай, да, то есть это создание условий. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, которые у вас возникли по формуле Адидиса, и, соответственно, буду отвечать вам на эти вопросы. И буду отвечать вам на эти вопросы. Пишите. Пока едем дальше, рассказываю вам про командную роль, про модель командных ролей Белдена. Если Адидис – это про человека лично, и это, знаете, как бы, вот чтобы свою буковку вырастить, вам действительно нужно потрудиться над собой лично, то модель командных ролей Белдена, она проявляется несколько связана, конечно, с вашим именно истинным таким врожденным типом, но больше она проявляется в разных проектах по-разному. Бывает так, что вот какая-то роль вам дается лучше, какая-то роль вам дается хуже. Соответственно, давайте выяснять. У вас также приложен тест, да, то есть как бы приложен тест для того, чтобы определить, каким образом вы исполняете эту роль. Пожалуйста, к этому тесту есть там инструкция, она подробная. Я думаю, что вы все справитесь. Кроме этого, если вам достаточно трудно с точки зрения теста, то тогда вы можете забить просто-напросто в интернете
командной роли Белбина, и, соответственно, как бы есть этот тест в автоматическом режиме, его гораздо проще проходить в автоматическом режиме, потому что там всего 7 вопросов, но нужно 10 баллов распределить между этими вопросами. И каждый раз, ну, просто-напросто, когда делаешь на листочке, замучиваешься считать, а вот это уже 10 баллов или не 10, поэтому я, несмотря на то, что вам, конечно, прикладываю этот тест в обычном варианте, но все же предлагаю вам просто в интернете найти его и пройти в электронном варианте. Эти два теста я использую при приеме на работу, и, соответственно, в ту общую табличку, которую я вам скинула, как общую картину по вашей команде, также после того, как вы занесли формулы каждого человека и прошли тестирование по ролям Белбина, пожалуйста, занесите туда роль. Вот если мы с точки зрения Адизиса смотрим, чтобы команда была подобрана с точки зрения противоположностей ролей вам лично, как собственнику, как управленцу, то с точки зрения Белбина это реальная команда, когда у вас должны быть закрыты абсолютно все роли. Да? И расшифровка этих ролей также представлена в тесте у вас, в том документе, в котором вы скачаете его, да? И вы должны закрыть все роли. Если у вас команда маленькая, ролей у нас всего 9, соответственно, если у вас в команде нету 9 человек, то, соответственно, один из членов команды принимает на себя какую-либо роль. Вот с точки зрения определения самих ролей, это не трудно совершенно как бы сделать, но это вам особо-то и ничего и не даст, собственно говоря. Самое главное, ваша управленческая роль заключается в том, чтобы собрать команду. Мы сегодня говорим с вами про идеальную команду. Это значит, что мы должны с вами уметь распределять эти роли. И обращу ваше внимание, когда вы выясните, какая же роль, вот они написаны на этом слайде, 9 командных ролей по Белбину, да, и называются специалист, аналитик, генератор идей и так далее, предупреждаю вас сразу о некой проблеме, которая существует в этой методике. Когда вы будете смотреть, и очень часто после таких вот кратких вебинаров люди смотрят в интернете просто информацию, она открытая, соответственно, разные названия ролей по Белбину у разных авторов и разных источников. Опять же, я вам в эту папочку положу синхронизацию этих ролей, потому что я сделала это в другой презентации, а здесь нет у меня, получается, чтобы вы не запутались. Потому что, вот, допустим, председатель, он называется где-то председатель, а где-то координатор, да? Вот движитель называется где-то формирователь, где-то реализатор, а это одна и та же роль, да, движитель и так далее. Чтобы вам не запутаться, я вам эту расшифровку всю приложила. Но обращаю ваше внимание, вот любое действие, которое мы совершаем, оно должно заканчиваться управленческим решением. Какое же управленческое решение мы должны принять, используя эту теорию? Смотрите, вот разные сектора, и расписано интеллектуальные роли, социальные роли и роли, направленные на действие. Если получается так, что у вас в команде подобрались люди, а у меня реально были такие команды в моем опыте, и там подобрались, знаете, как вот все интеллектуалы. Кто-то генератор идей, кто-то аналитик, кто-то специалист, и, знаете, душа команды там еще была. Как вы думаете, какая главная опасность для этой команды? Ну, безусловно, они придумать придумали, похвалить похвалили себя, классную идею родили, все супер. Что дальше произошло? Нету действия. У них нету в команде какой-либо роли действия. Если вы не можете закрыть все роли, допустим, маленькая у вас команда, то тогда вам нужно обязательно закрыть сектора все, чтобы у вас было хотя бы в команде по главной и сильной роли в секторе. Когда вы занесете все свои данные в табличку общую и будете видеть в целом картину по всей своей команде, вы посмотрите, да, о, слушай, так у меня только одни генераторы идей тут собрались. Что это значит? Это значит, что у вас будут хромать действия, у вас исполнителей просто не хватает. И поэтому ваша команда становится не идеальной и не приносит вам результат, как бы, как тот, который вы хотите. Либо у вас собрались там координаторы,
души команды, да, то есть исследователи и так далее. Что это значит? Что мы будем ходить, всем соперки потирать, у нас будет супер, это такая прям вот НКОшная штука, да, когда собираются социальные роли. Но мы ехать-то тоже никуда не будем. И, конечно, вот знаете, очень часто руководители говорят, я спрашиваю, какая у тебя проблема? Я хочу жить в балансе, говорят руководители. Я хочу быть в балансе на работе, дома и так далее. Вот команда — это тоже история про баланс. Вот здесь у вас должны быть сбалансированные роли все в разрезе социальных ролей, интеллектуальных ролей и ролей действия. Поэтому, когда вы протестируете, пожалуйста, отметьте сегмент. Эта роль какая? Она куда направлена? Это человек действия у меня, это социальный, это интеллектуал и так далее. И когда вы поймете, что у вас закрыты хотя бы все сегменты, то поставьте себе плюсик и скажите, да, супер, действительно, я хорошо создал свою хорошую команду. Итак, здесь у вас приведены специально в презентации, вот кому отправлю, соответственно, разные роли. Вот видите, как бы, да, здесь роли ориентированы на работу с людьми. Координатор, командный игрок, исследователь. А здесь роли основаны на людей, социальный координатор, душа команды, исследователь. Где-то совпадают, где-то не совпадают названия. Не пугайтесь, просто-напросто попробуйте это достаточно просто, выписывайте все названия и синхронизируйте их, как бы нет никаких проблем с этим. Поэтому, так же, как у каждой роли есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, если это генератор идей, креативный, с богатым воображением, но он игнорирует детали и легко увлекается, да, то есть побежали. Помните большую Е, генератор идей? Все связано абсолютно, и все абсолютно, логично интегрируется. Соответственно, закрываем первое, проводим тест по Адизису, собираем его в общую табличку, смотрим, какие действия нам нужно принять управленческие, кого добавить, кого не добавить. Очень часто после этих тестов, знаете как, я говорю руководителю четко, даже я даже не знакомлюсь с его командой, проводят тест, я говорю, слушай, ну вот этот тебя здесь мешает. Он говорит, слушай, да, я давно хотела увольнять его, и вот не решался там, какие-то другие обязательства, обстоятельства и так далее, да. Вот когда вы все сводите в общую таблицу, вы понимаете в целом картину по вашей команде, понимаете? Потому что когда вы просто вот, прошли тест, вот так посмотрели, но в наглядную картинку не свели. Очень трудно принять решение и видеть целую картинку. Поэтому, пожалуйста, повышайте наглядность и, соответственно, второй тест добавляйте туда, командные роли по Белбину, и будете видеть все решения. И если бы мы сейчас с вами делали эти тесты, то я попросила бы вас написать 3 шага, которые продвинут вас в команде своей мечты. Но так как мы с вами сегодня онлайн занимаемся, и у нас остается совсем немножко времени уже, то я попрошу вас заскринить это задание, либо получите его в презентации, и когда вы выполните все тесты, соберете общую табличку, то после этого вы выполните, пожалуйста, это практическое задание. Не забывайте, что все 3 шага должны быть соответствовать критериям SMART. И в конце самая ключевая история, самая история, помните в начале, которую я вам сказала о базисе управленческом, о 5 управленческих функциях. Вот как раз это и закрывает все ваши знания о команде. Все это в одно. Когда вы навели порядок в своей команде, определили, кто про что, вы теперь понимаете, какие слабые стороны у человека в вашей команде, какие сильные стороны, кого вам нужно добавить. Все сделали. И только после этого вы можете начать распределять полномочия и ответственность. Поэтому, как только вы это сделаете, завершите все перестановки, я вас попрошу провести такое совещание у себя в компании по разделению полномочий и ответственности в команде. Потому что у нас четко, например, у каждого руководителя прописаны полномочия и прописана его ответственность. Мы провели командную сессию и заполнили следующую табличку. Для начала я попросила заполнить эту табличку лично сотрудников при подготовке к совещанию. Для чего? Для того, чтобы не получилось искажение во время сессии. Я
предлагаю вам либо нанять модератора, да, либо вывести кого-то, у кого-то бы есть тренера свои собственные, может быть, в штате, да, но не вести, постараться эту сессию. Руководителю. Почему? Потому что мы, руководители, очень остры с вами на язык, и бывает так, что мы знаем лучше всех вообще все, и не даем сказать свое слово своей команде. Когда моя команда работала с консультантом, они мне очень много такой обратной связи дали, и консультант, когда с нами работал, он тоже как бы говорил нам о том, что Татьяна Владимировна, пожалуйста, ротик на замочек и говорим все в последнюю очередь. И я вас попрошу задавать вопросы и молчать. Это будет ваша задача на этом совещании. Соответственно, заполняйте табличку. Руководитель, каждый член команды пишет: моя зона ответственности. Что, в чем моя зона ответственности? Продажа — моя зона ответственности или еще что-то. Но так же, как и вы, отвечая на первый вопрос про идеальную команду, они будут вносить туда обобщение. Почему? Люди вообще вносят обобщение, потому что когда вы говорите что-то общее, то нету четкого критерия, как понять, хорошо это или плохо. Соответственно, это можно не достигать. И можно любое действие ваше признать как хорошо. Это про ответственность, безусловно. Поэтому ваша будет задача максимально исключить оттуда обобщения. То есть если про план, значит, конкретная сумма. Если про какие-то детали, то, соответственно, как мы это поймем? Для этого существует следующий вопрос в вашей табличке. Как поймем, что ты несешь ответственность на 10? Например, я выполняю план продаж, указанный там в стратегическом документе каком-то, да? Или все отгрузки совершены в срок один день. То есть все ясно, понятно, конкретно. И дальше спросите, а какие полномочия вам нужны для этого? Какие полномочия вам нужны для этого? И послушайте, пожалуйста, людей. Потому что очень часто, особенно те руководители, которые транслируют то, что я все сам, я уже устал от этой рутины, я хочу выйти из этой операционки, они не слышат и не готовы давать полномочия. Спросите у них, а что тебе нужно, дорогой сотрудник, чтобы ты мог это исполнить? Это на самом деле достаточно большая объемная работа. Почему? Потому что как только вы сделаете это совещание, вам по факту нужно будет принять управленческие решения. Да? Где-то вы увидите, что сотрудник не готов брать себя ответственность, и тогда я бы поставила вопрос, вообще ты член моей команды или нет, зачем мне нужен человек, который не готов принимать свою ответственность, но это мое решение, ваше может быть другое. И, соответственно, как бы, или мы понимаем, что вся безответственность руководителя заключалась только в том, что у него нету четкой конкретной цели. И тогда мы прописываем четкую конкретную цель. Или мы понимаем, что каждое решение, например, когда меня спросили, а есть ли полномочия, допустим, у руководителя производства увольнять плохо работающего сотрудника? Я говорю, конечно, есть. Он говорит, и как он должен это осуществить? Я говорю, как? Приходит ко мне, говорит, я хочу уволить вот этого человека. Я, в общем, разговариваю с ним, и если я тоже считаю, что нужно его уволить, то тогда мы увольняем. Он говорит, нет. Это значит, что у него нет полномочий уволиться, потому что прежде чем уволить сотрудника, который плохо работает, он должен доказать тебе, как руководителю, что он действительно работает плохо. А это значит, что у сотрудника нет полномочий принимать
нанимать и увольнять людей. И вот таким образом, когда вы посмотрите на свою команду, сначала на личность, потом на роль, и потом уже на полномочия и ответственности, вы создадите системную команду, которая сможет с вас снять рутину. Но самая главная ваша задача как руководителя будет что сделать? Отдать эту ответственность, отдать эти полномочия. И знаете, когда я это все раздала, я сидела и писала своему директору в WhatsApp. Все, я не могу, пожалуйста, 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 можно я что-нибудь им отвечу? То есть для меня это было тоже такое испытание. Я все то, что я учу на своих курсах авторских, на своих вебинарах, на своих прямых эфирах, я все это абсолютно проходила сама, и все это абсолютно внедрено не только в моей команде, но уже в тех кейсах, которые прошли мое бизнес-наставничество или прошли мой курс «Культ управления». Вот, соответственно, это все абсолютно опробовано и абсолютно точно работает. И я понимаю, с какими трудностями сталкиваетесь вы, как вы в команде. Соответственно, это все, что я хотела вам рассказать. Сейчас на экране есть мои координаты. Можно подписаться на меня в Инстаграме, задавать все вопросы, которые у вас будут по окончанию этого вебинара. А еще лучше, если вы будете задавать вопросы во время действия. Потому что я вижу свою задачу, чтобы этот вебинар не прошел просто так, чтобы вы совершили действие. И очень часто бывает на вебинаре вроде бы все понятно, все ясно, но когда я начинаю действовать, у меня возникают вопросы. Соответственно, пишите, у кого есть вопросы в Инстаграме в моем, пишите, я всем все абсолютно отвечу и помогу, если вдруг у кого-то будут будут проблемы с тестами или с расшифровкой этих тестов, или с принятием управленческих решений, потому что я специализируюсь на принятии управленческих решений и на всех своих авторских курсах в Up-Level Business, в бизнес-школе, мы говорим о том, что люди не могут считать, не считают какие-то показатели, только потому что они не знают, что с этим делать дальше. Но я посчитал, а дальше что? Многие, которые понимают, они считают и действительно поэтому различаются бизнесом. Мы учим людей считать, мы учим людей принимать управленческие решения. Точно так же, как сегодня я поделилась с вами управленческими решениями, как создать свою идеальную команду, как ее протестировать, как посмотреть на ситуацию сверху, какие действия нужно предпринять по результатам этого тестирования. И, соответственно, каждый из вас предпримет свои действия, ровно те, которые он считает, что приведут его к идеальной команде. Поэтому задавайте вопрос. У нас специально оставила время. И буду вам очень благодарна, если вы возьмете документ с общей табличкой, и третьим листом там есть обратная связь по вебинару. И, соответственно, если вы мне пришлете ее, это будет очень и очень для меня ценно, и я буду вам безумно за это благодарна. Задавайте вопросы, быть может, просто кто-то сталкивается с какими-то конкретными проблемами, и я могу вам сейчас, пользуясь, тут вот еще у нас осталось буквально 10-12 минут, ответить на вопросы, связанные именно с вашей командой. Пока расскажу вам немножко о пульте управления, пока вы пишете вопросы. Я уже вижу ваши отзывы, это, безусловно, приятно. Я благодарна, что в эти карантинные дни я могу быть вам полезна не только тем, кто уже обучается в моей бизнес-школе, но и всем тем, кто был участником бизнес-успеха. И я точно так же, как и вы, участвовала. Очень рада, что у нас есть такая премия. И большая благодарность моя организаторам, что все было так здорово организовано. Продажники и аналитики постоянно ссорятся. Ну, смотрите, Никита, безусловно, продажники – это П, а аналитики – это А. Помните, я говорила о том, что П пришло и говорила, давайте будем продавать, да, мне нужно для продажи аналитики. Так, подождите, давайте проанализируем. Да что тут ждать вообще, в принципе, давайте мы. То есть это нормально абсолютно. Вы должны, понимаете, очень часто бывает в конфликтологии есть такое понятие. Мы конфликтуем, пока мы не понимаем, а почему они так делают. У меня есть, на самом деле, очень классный тренинг.
Вот теперь уже, наверное, не тишина, да? И я понимаю, что на курсе пульт управления мы занимаемся построением гибкого фонда оплаты труда. Потому что сейчас, когда у меня, допустим, упали обороты, и у меня гибкий фонд оплаты труда, мой фонд оплаты труда автоматически сжался под обороты компании, что позволяет мне быть всегда в операционном плюсе. Да? Потому что кто участвовал уже в моем курсе пульт управления, соответственно, они сделали все свои затраты гибкие, управление постоянными переменными затратами организовали, оборачиваемостью организовали. И очень часто предприятия ищут оборотные средства и привлекают их в виде кредитов и так далее. А на самом деле просто одно ускорение оборачиваемости внутренней и управление своими ресурсами может привести к тому, что вы своими же оборотными средствами можете делать оборот в 3 раза больше. И, соответственно, без каких-то дополнительных вложений или еще чего-то. Все это мы учим на своем курсе. Подписывайтесь на нас на Apple Level Business, там есть все наши продукты, а также на мой личный аккаунт, там он поактивнее, потому что я там пишу все свои мысли, провожу достаточно много сейчас карантин прямых эфиров, и, в общем-то, можно много полезной информации узнать. Если у вас вопросов больше нету, я смотрю, что больше нету особых вопросов, то забираем документы, те электронные почты, которые вы написали, соответственно, мы вам пришлем презентации свои, и проводите тесты, какие-то вопросы пишем мне на мой Инстаграм, Демина научит, вот. И, соответственно, получаем результат, наслаждаемся своей идеальной, эффективной командой. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были на этом вебинаре. Я благодарю вас за то, что вы вовремя сигнализировали, когда пропадала связь, и это позволило нам с вами не терять ее надолго. Я благодарю вас за то, что вы сегодня поделились всеми своими вопросами и своими командами. Я искренне верю в то, что вы сможете, благодаря тем инструментам, которые я вам сегодня рассказала, и вашим знаниям, и вашей интуиции создать свою идеальную команду, которая позволит вам вырасти как руководителю, вырасти как бизнесу, пройти трудные времена и обязательно сохранить положительные